Всем привет, друзья! Это канал, меня зовут Петрик. И сегодня мы поиграем в игру под названием 35 миллиметров. Давайте продолжим. Я только что идем. Немножко там. Вот. Так, пускай прогрузится немножко. Еды нету, батареек нету, но есть еда, фокель, нож, ножик и фонарик. Если готов, можем идти. Идем.
эта игра создавалась от Unity Player. Все верно. Скоро будем у дороги. Отлично.
Ветка какая-нибудь была. Ну что, место из этого? Местность тут дикая. Будь начеку. Ага. Я
потихонечку тоже ехали тут. Репортером был? Нет, просто увлечение. Эй, смотри! Привет, песик! Продолжаем. Это, наверное, даже если мы будем делать, я думаю,
Быстро! Валим отсюда! Может, все же поведаешь, с какой целью мы путь держим? Уговор я выполнил.
Остальное не имеет значения. Ладно, право твое. Когда люди начали умирать, никто и подумать не мог, что все так закончится. Никто не был к этому готов. Сократилось население Земли в разы. Казалось бы, воздуха больше, пространство шире. Но нет. Человек оказался настолько дик и неадаптирован, что начал грызть сам себя. Паника, мародерство, конфликты. Никто не смог взять на себя эту ношу и сохранить контроль над ситуацией. Вот все и рухнуло. В моем городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствие. Угоняли машины, прокалывали колеса другим, дабы скорее добраться до госпиталя. Но никто ведь не знал, что медицина здесь уже бессильна. Ладно, нужно тут с вещами разобраться. Хорошо бы воды из колодца принести. Червячка заморить нужно.